Памятник Александру Суворову установили в селе Кистыш Владимирской области. Монумент перед зданием музея, посвященного боевому пути полководца, создан на средства Российского военно-исторического общества. В селе Кистыш Суздальского района, где находилось имение Суворовых, торжественно открыли памятник русскому генералу. Мы приехали на какое-то водохранилище. Глазовское написано. Здесь вот валяются чьи-то велосипеды. Вот так приезжаешь, а тут велосипед. Сейчас я пойду смотреть, что это, где это. О, какой прикольный тут. Вот, да. Отток, что ли, как его назвать правильно? Канал-то. Наш уже он наверху. Здесь забор на какую-то базу отдыха, которая называется Райок. И, о да, она оправдывает свое название. Это и правда Райок. Ну все, пойдем купаться. Только вот есть одна проблема. Передевные штаны у меня в машине. Где? Ну что-то да, да, рыбина. Хрена тут рыбы плавают поверху. Прикольно. Ну знаешь, сейчас мы вон туда и надо закупаться. Да пускай. Они нам не мешают. А там вон у них, смотрю, лодочка стоит. Круто. Ну уж на базу я не полезу. Вот такая дорожка. Ее на карте, кстати, намного лучше видно. Ну что здесь сказать? Сами все видите. Красивое Глазовское водохранилище. Там собака, я ей говорю, что панаш колбасы. Ты уже включился? Да, что? Резко остановил. А, ну там это, там знаешь ли что, там я переключил на другой режим, там со стабилизацией. Да, я понял. Вода как у Владимира, когда я купался. Не, я аккуратно просто залез, потому что, чтоб у меня не вкрячило, как вчера. Нет, ну я, блин, просто вчера, я тебе говорю, у меня сердце вчера фигачило. Я в холодильнике на работе заходил, вроде холодно, должно полегчать, нифига. Сейчас. Сейчас я постою, а потом назад зайду, будет уже тепло. Да-да, по ней что-то ходил. Щебенку наступил. Кайфово. А здесь глубина-то большая, наверное, да? Тогда я далеко не буду никуда заплывать. Все лето прошло, да? А чё, в камешках купаться же негде. Ну а толком. На малых только. Ну а да. Когда там? То дождь был, то это, то.
на ширике или как? Нет. Надо, знаешь, что сейчас сделать? Надо фотик достать, домики поснимать. Фотик в твоем рюкзаке остался. А, ну значит, не судьба. Я забыл. Мы ушли дальше, туда. То есть база Джейсона вон там. Мы идем в противоположную сторону, посмотреть, куда ведет эта дорога. Места на телефоне осталось прямо совсем немного, поэтому мы сейчас быстренько, если что-то интересное найдем, заснимем. Никаких пока вентилей, перекрытий воды мы не нашли. Вот так везде плиты по этой стороне. Все заросло. Вот, видите? Там дальше у нас идет чисто уже вон как болотина. Осока вот такая же, как здесь. Только она находится вон там. Мы думали, может, здесь где-то все-таки что-то есть. Возможно, оно где-нибудь на той стороне. Но мы этого, походу, не узнаем. Да не, а что? Ну мы дойдем до туда и все. Там дальше ничего нет, видишь, все, болото. Дошли мы до конца водохранилища. В итоге вышли мы на перекресток дорог. Вот отсюда мы могли бы, наверное, заехать туда и не оставлять машину, где мы ее оставили. В общем, с этой стороны дамбы нет. А может, есть там дальше? Так что там дальше, там лес. Вот те озеро кончилось. А дорога куда идет? Откуда я знаю? Вокруг озера, может, идет. Пройти вокруг озера. Ну поехали на машине сюда, доедем, да и все. Делов-то. Вон. Как раз мы сюда и въедем. Поехали. Погнали. Сейчас я Сереге крикну, что мы идем. Ну вот такая здесь сейчас красота на закате. На вигвам какой-то похожий индейский, как на аэродроме мы видели. Вот такая красотень на закате. Дамбу мы нашли, но подойти мы к ней не можем. Она находится вон там, как раз за базой Джейсона. Вот видите эти 5 домиков, да? И вот прям как я туда вот рукой буду показывать, там видно, что туда заходит канал. И где-то вон там, между теми, так, где тут? Вот между теми деревьями, там стоит эта дамба. Но мы посмотрели, подойти можно по, где вон лэповские опоры стоят. И вот между раз лэповская опора, и вон там два. Между ними как раз есть этот канал. Вот такие дела. Туда уже мы топать не будем. Мы поедем смотреть памятник Суворову. То есть мы были недавно буквально в Милиново, и оно принадлежало... Забыл. Надо же такую знаменитую личность забыть. Настоящий русский человек, настоящий русский герой. Вот он действительно герой России. А сейчас поедем в деревню, которая принадлежала деду, по-моему, да, Суворова, полководца. По-моему, там говорилось в видео, что Суворову деду, у которого внук стал великим полководцем. Я так понимаю, все ребята из Владимирской области нормальные пацаны, да, короче. Ну вот солнце совсем село, теперь стало видно, как отражаются облака в озере. Вообще шикарно. Там еще люди вон купаются до сих пор. Это вот те девушки, которые пришли с собакой. А на базе Джейсона, судя по всему, дискач какой-то. Там играет музон и слышно, как тусит народ. Пришли к машине, едем дальше.
Вон забор базы Джейсона. Знал бы я, что здесь Хрустальное озеро и база Джейсона, я бы взял маску Джейсона. Я от Сереги сейчас и смеялся. Прикинь, так мы пойдем, а нас останавливает полиция. Да. Знакомьтесь, Джейсон. Так она широкая какая-то. Ну, блин, уж какая была. Все, памятник нашелся. Отлично, пойдемте посмотрим. Херачит дождь. Скульпторы А.С. Коробцов, В.К. Благовещенский, архитектор К.Е. Фомин. Вот так вот. И меч. Так. Это меч, ладно. Следующая надпись. Молись Богу, от него победа. Чудо-богатыри. Бог нас водит, он нам генерал Суворов. По историческим фактам он якобы это сказал. Как было на самом деле, я рассуждать не буду. Я думаю, что он все-таки такое говорил, так как тогда люди были более религиозны. Солдату надлежит быть здоровым. Так. Блин, я такое слово не знаю. Здорово. Здорово. Да, здорово. Здорово. Короче, здоровым. Храбру. Тверду. Такое ощущение, как будто я сейчас не по-русски разговариваю. Решиму, справедливу, благочестиву. Но вот еще эти слова сошлись тоже с Уором. Здоровым, как по мне, здоровым. Ну, это, возможно, вот этот старый это язык. Тогда этот да. Диалект такой был, да, или как это правильно называется. Ну что, теперь нам осталось только пофоткать это дело, и все. Как говорится, смотрит, как будто живой. Всем. Ну ладно. Потом. Чтоб я тебе потом не предъявлял. Да. Ну все. Всем пока. Как говорится, Суворов. Я вот, кстати, даже не знал, что эта деревня, точнее село, принадлежало им. Неожиданно, конечно, это все. Оказывается, стоит он здесь уже давно, но мы вот только к нему приехали. Ладно, на этой веселой ноте дождь как раз закончился. Мы с вами прощаемся и, как говорится, увидимся, когда увидимся. На концовочку. Птицы какие-то поют. Петухи. Птицы, петух. Это у нас уже, как это называется, кружок астрономов, да? Сейчас мы заснимем Луну. Так. Чтобы показать, что мы вас не обманываем, да? Так. Опа. И что у нас все по-настоящему. Так, пошла запись. Вот единственное, мне сейчас надо прицелиться. Если хочешь, давай я. Я нет. Вроде раньше с этим фотиком нормально управлялся. Не, я не про это, мне ее надо поймать. Да, значит, придется все-таки ослабить эту. Все-таки у нас немножко будет шатко, но не сильно. Так, поехали. Так, сейчас мы будем разглядывать лунатиков. Давай, наводись. Вот я говорю, минус этого телефона. Вот в этом. Это фотоаппарат. Блин, ну я привык просто, что я на телефон снимаю. Тебе надо зафиксировать, если оно даже чуть-чуть будет дергаться, оно это... Нет, оно зафиксировано, но... Ты сам знаешь, ну, как да. Тут. Надо на бесконечность было поставить фокус. Не, он у него это и так не бесконечный. Это не из-за этого, он все время так. Он изначально резкость постоянно вот так наводил. Ладно. Пока стоп.
О! Навелось. Ну, правда, тут не видно еще. Так, тихо, 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 блин. Нет, тут не видно. Дернул я. Да тут есть вот такая кнопочка где-то. Вот, ты только что что-то сделал, оно... Во, хорошо. Уже лучше. Ну, правда, если вот так, не, оно все равно не видно будет. Ну, ладно. Ну, потом эти фо... Ой, как раз. И облака вон даже немного. Это все фейк, мы фоткаем этот кусок колбасы просто. Да, да. Мы вас обманываем. Это не луна, но откуда может быть луна снята, да? Каким-то Сережей. С какого-то дешевого фотоаппарата. Да, это все. Это кусок колбасы на столе. Это все искусственный интеллект. Это ИИ Сбербанка. Ну вот примерно так. Там атмосфера еще сейчас это. Вижу, вижу немножечко. Сейчас мы вот так сделаем, чтобы она была. Вот. Как говорится. Ну не сказать. Блин, все равно уходит. Да уходит, уходит. Я говорю, ее надо прям закреплять есть жестко, чтобы до конца. Иначе она так и будет. Что ты будешь делать? А тут уже раз. Все. Ну все, теперь надо только отдалять ее и заново искать. Да, это не луна. Смотрите, мы нашли столб. Фонарь, да, вот. О, так. Вот луна. Во-во-во. Нашлось. Нашли кусок сыра. Так. Ой. Да блин. Опять? Во. И опять оно уезжает. Нормально. Она сама в себе тоже луна идет по небу. Да не настолько быстро. С скоростью. Во! Не, ну если приблизить, у нас такой скорость примерно идет. Ну с какой, Сань? Не настолько быстро, как ни крути. 5 километров в час хреначит, да? Ну если оно увеличено, оно быстрее идет. Да где быстро-то? Ну не, ну, это ну, должно быть мощно, увеличение, блин. Сами двигаются за звездой, там настраиваешь или нет? Во, воспользуемся. Ну блин, даже то, что они движутся за звездой, это все равно происходит в течение дня и очень медленно. Ну, при большом увеличении оно быстро идет. Все, вот. Да не двигается оно даже на таком увеличении. Может пару пикселей. Ну как, ты картинка не дергается? Да вроде нет. Сюда все идет. Нет, мне кажется, что-то все равно тут у нас это... А, знаешь что, это испарение, за счет испарения. Мы же да, через да, поле да, да, снимаем, но дергается вот за счет эффект, испарения. Что это из-за испарения. Видишь, она кверху луна поднимается, и она тебя тоже вылазит. Но я вижу, что она это... Ну, это неспешно. Ну, в общем, вот так вот. Кружок, ну, наверное, уже не юный астроном. Но если вы хотите поучаствовать в нашем шоу, вот, пожалуйста. Ну, на камере ничего не видно здесь. А я это я наложу понял. Сюда. Ну, слушай, ну смотри, так реально, да, она идет, смотри. Ну, она заметна. Потихоньку. А если это, ну, как его, увеличить, то будет прикольно. Угу. Надо бы еще отключить стабилизацию. Может, ее в стабилизации так? Да у меня нет, нет вообще никакой стабилизации. На нем никакой не стабилизации нет. Это, это слишком дешманский фотик. Да. У меня это есть два вида стабилизации. Она есть в теории, но на практике никаких стабилизаций нет. Во, вообще четко навелось. Да. Ну вот примерно ну, тут ничего так не это видно все. Где там луноход? Да нет. Да ее нет, его точно не надо глядеть. Не факт, что он вообще существует. Ну прикольно, да? Нормально. Ну вообще, эта матрица лагает, поэтому луна. А они не ожидали, что мы сегодня будем ее снимать. Вот, Миша, ты хотел, Миша, который Ромах, ты хотел глюки в матрице, вот тебе глюки в матрице, пожалуйста. Видишь, луна гуляет, ну не может же, да, быть такого в реальном мире? Я начал вот так.
Блин, прикинь, так вот мы же не видим сейчас, да, мало ли со стороны вон там кто-нибудь стоит сейчас и тоже нас такие втихаря на телефон снимают, и через час мы будем в подслушанном камешку, скажем. Ребята, наверное, наелись каких-то этих, блин, раз они в лесу тут рассматривают луну и тыры-пыры растопыры. Вон, смотри, опять она в угол ушла. Ну да, видно. Ну, в общем-то, ладно. Че, я думаю, все. На этом ну, все. Вот на таком расстоянии еще видно. Вон, видишь, какой экран уже этот весь у Фотика. Заляпанный. Да. Ну ладно, все, Серег, не снимай. Нам зачем два одних и тех же кадра? Все, теперь точно все, и мы погнали домой. На этом сейчас я еще фоточку луны сделаю. Блин, вот повернул. Не, я поймаю. А было за ножки двигать. Я двигаюсь за ножки. Тихо, 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 тихо. Да хрен с ним. Давай сфоткаем. Так. Сейчас мы выключим это. Запись. О, смотри, она не настолько мощно приближена. Все. Кнопочку. Да можешь выключать.